Продолжая тему здорового образа жизни, люберцы – территория спорта. Это звание в очередной раз подтвердили жители городского округа. Воспитанники комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Диана Ермакова и Владислав Комаров вернулись с первенства Европы по боксу с медалями. С призерами встретилась наша съемочная группа. На пьедестале два российских спортсмена и оба из Люберец. У Дианы Ермаковой – золото, у Владислава Комарова – серебро. Каждый показал отличный результат в своей весовой категории. Я стала на первенстве России третьей, и так получилось, что из-за пандемии в 48 килограмм девочка заболела коронавирусом, и у меня была возможность поехать на Европу вместо нее. Я провела два боя, первый бой был очень сложный, но у меня получилось вырвать победу. Первый бой у меня был с Арменией, мальчик, потом второй бой с Румынией, третий с Македонией, а четвертый вот финальный бой был с украинцем. Я ожидал победы на самом деле в этом бою, но так вот прошло не по плану кое-что. И вот ошибки были свои, вот там сделал ошибки, из-за ошибок я вот расплатился вторым местом. Свои ошибки Владислав планирует исправить в Польше на чемпионате мира в апреле следующего года. Диана обещает не сдавать позиции и также привезти оттуда золото. А пока они принимают поздравления за свою первую весомую победу. Люберцы, мы все говорим, территория спорта – это правда. Но эту территорию спорта делают такие ребята, как вы, вместе с тренерским составом. Первенство Европы по боксу проходило в черногорском городе Будва. В соревнованиях приняли участие 175 спортсменов из 22 стран. Россию представляли 18 юных боксеров. Я считаю, что результат для бокса, для Люберецкого, это очень высокий, так как два члена сборной команды представляют наш округ. Мы надеемся, что в ближайшее будущем они станут олимпийскими чемпионами. Луиза Егязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.